Сегодня на Лихославльской земле собралось 23 команды общеобразовательных учреждений, общественных объединений, клубов Тверской области. Наша традиционная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, повышение качества проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности, а также на вовлечение молодых граждан региона в социально значимую деятельность. Уважаемые участники гражданско-патриотической акции «Снежный десант», мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Лихославской земле. В очередной, 9-й раз вы прибыли сюда с прекрасным, хорошим настроением накануне праздника, великого праздника Дня защитника Отечества. Вам, молодое поколение, в будущем защищать непосредственно нашу Родину. И мы не случайно собрались на этом месте. Это обелиск Победы, святое место для всех лихославцев. И все масштабные мероприятия мы начинаем с возложения цветов у обелиска Победы в честь павших, в честь тех, кто дал возможность нам жить, работать, растить детей и жить под мирным небом. Дорогие участники, мы очень рады. Я хочу, чтобы сегодняшний день вам запомнился яркими, положительными эмоциями, спортивными достижениями. Всего вам самого доброго! Добрый день, дорогие друзья! Разрешите поприветствовать принимающую сторону Лихославской районной администрацию Наталью Николаевну лично. За не первый год проходит мероприятие здесь, прекрасно все организовано. Хочу сказать, что в этом году «Снежный десант» проходит знаменательную дату. Это 30-летие вывода войск из Афганистана. И, конечно, она по традиции проходит также в канун 23 февраля, в канун праздника «День защитника Отечества». И очень здорово, что много команд приезжают сюда, на Лихославскую землю, с каждым годом все больше. Непростые соревнования ждут вас, те, кто уже участвовал, знают. Очень насыщенные, динамичные, требующие от каждого участника отдачи и достижения результата на команду. Желаю всем вам успеха, желаю победы, конечно, ну и чтобы новые знакомства, которые сегодня здесь у вас образуются, развивались и дальше. С праздником!